Добрый день, это компания Каст. Вот хочу вам рассказать немножко за наш культиватор. Это новинка, не новинка этого следующего года. Ну, кратко, по делу, без воды. Что у нас тут интересного? Возможно, на данный культиватор, поскольку зачастую каменистые, острые камни, поставить вот такие вот колеса. Колеса стоят с погрузчика, очень толстючие, очень как бы износоскоры стойкие и нереально проколоть. Потом культиватор создавался, копировался, не будем говорить от кого, что, как, но есть ряд классных приколюх. Какие именно, расскажу сейчас. Вот здесь у нас есть такая линеечка и вот такой вот штыречек. Получается, если нам нужно регулировать глубину, мы это дело понимаем, как это все у нас дело происходит, меряем, настраиваем. Штука удобная. Потом, ну, ржавчина, есть ржавчина, никуда мы от нее не делимся. Это российский культиватор, называется он Кум. Скопировано это все с известных немецких культиваторов и доработано. Здесь у нас стоят подшипники радиально упорные, как бы. Что хорошо, что интересно, вареные квадраты, что исключает на некоторых культиваторах, оно там сверху или сбоку и бывает выламывает. Здесь же вот крепеж идет, квадрат, и это дело выломать нереально. Опять же, толщина металла, если кому интересно, напишите, скажу, точно со штангенциркулем померяем. Бывает комплектация 3 лапы, бывает комплектация 5 лап, также по приколюхам. Ну, я сейчас за ЖКУ в отдельном видео расскажу. Что у нас здесь еще? Есть у нас вот такие вот ограничители дисковые. Штука прикольная. Она, во-первых, делает культиватор гораздо устойчивее. И, во-вторых, не дает подрезать. Это у нас окучнички. Есть они. Окучнички у нас еще есть. Вот они, дисковые. Ну вот, а культиватор, в принципе, и все. Нормальный, мощный, конкретный культиватор. Все, что... Все боли, все видно. В следующем видео я расскажу за ЖКУ.